Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня мы приготовим очень интересное и простое блюдо. Дорогие друзья, есть информация, что YouTube в России могут отключить. Чтобы мы не потеряли с вами связь, переходите по ссылочке на Яндекс.Дзен и подписывайтесь на мой канал, также называется Галя на кухне. Для этого вам потребуется 5 яиц, чайная ложечка соли, чайная ложечка сушеного чесночка добавляю, специи по вкусу берем, 1/3 чайной ложечки черного молотого перчика, 5 ложек манной крупы, это 100 грамм по моим ложкам, 5, размешиваем, сейчас перекрутим капусту и вместе с капустой оставим это все настояться. Я беру 500-600 грамм капусты, мне тут 600 грамм по весу, 1 лучок грамм 150. Все это тоже перекрутим через мясорубку, лук и капусту. Нарезаю для того, чтобы влезло в мясорубку. Все, отправляю капусту в мясорубку и прокручиваю. И также тоже лучок прокручиваем. Так мы все перекрутили, перемешиваем, все, закрываю все пленкой и оставляю минут на 40-50. Очень удобно такие оладьи готовить, с вечера тесто замесили, а утром можно готовить. И так оставляю минут на 40. У нас прошло минут 40, как и сказала. Все подмешиваем, сковородку я уже нагреваю, сейчас пойдем жарить наши оладьи капустные. Сковородку я нагреваю на всю конфорку. Сейчас разогреем минуты 2 и убавим. 2, 3, 4, 5 ложечек достаточно. По необходимости будем масло добавлять по 1 ложке. Но, как правило, мне всегда хватает 5-6 ложек. Все, я разогрела. Убавляю конфорку на половиночку, как и сказала. То есть на средний огонек. Конфорка у меня до 14. Все, перемешали. Теперь берем ложечкой и аккуратно выкладываем. Вот так вот. Готовим на среднем огонечке. 6-7 минут и наши оладьи будут готовы. Минуты по 3 с каждой стороны примерно. Вот так вот. Мы поправляем, чтобы придать форму. Все, у меня прошло минуты 3. По необходимости конфорку убавляем, прибавляем, там уже смотрите сами. Я готовлю где на 8, где на 10, где на 7, то есть контролируйте. Вот так. Вот так. Ну что ж, всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Ну, я продолжаю сегодня пробовать еду. Это уже наш какой-то по счету блюдо сегодня мы делаем. Я хочу вам сказать, что от этих оладиков вы точно не поправитесь. Вкусно, быстро, сытно, да? Дешево и сердито. Что оладьи из капусты будут такими, блин, вкусными. Да. Пахнет вообще классно. Зажаренные с корочкой. Очень вкусно. Рекомендую. Пробуйте. Ну и всем пока-пока.
Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал, не забываем включить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Ну и всем пока-пока!